Зустрічай кожен виклик з піднятою головою. Перемога завжди в тобі. Перемога там, де ти піднімаєшся, щоб бути чемпіоном. І розкриваєш весь свій потенціал. Моторні оливи «Чемпіон». Розкрий весь потенціал свого автомобіля. Папа, отгадай загадку. А? На дороге он стоит и за скоростью следит. Тупой гаишник. А почему сразу тупой? Ну, потому что если бы был умный, то был бы в кустах или в машине сидел. Кирочка, ты не слушай папу. Правильный ответ – дорожный знак. Папин вариант смешнее. О! Ну, это да. Ой, ё-моё! Что такое? Да вспомнишь про оно, вот и оно. Так а что, мы что-то нарушили? Что? Нет. Двойная сплошная? Нет. Красный свет? Нет. Дыхни. Да не пил я. Так а чё ты волнуешься тогда? Кира вон у нас, без автокресла. И чё? Ремень безопасности через плечо. Законы читать надо. Так, Саша, не вздумай ему платить. Хорошо. Мы едем за моими новыми сапогами. Да помню я, помню, все. Кирочка, спрячься. Давай, давай. Свято наближается, свято наближается, свято наближается, свято наближается, свято наближается, свято наближается. Пригоди кличуть новорічну ніч, дива чекає, швидше вирушай. Доброго вечора. Здрасте. А чё это вам в такую погоду дома не сидится? А як же ж я можу сидіти вдома, коли тут Новий рік, таке свято нам в цьому році, стільки всього понадарували, і фотофіксацію розрішили, і євробляхерам розтаможку запретили, а тут ще й автокрісло. А ми-то тут при чому? Ну? Як то? А де ж ваше автокрісло? Так у нас и ребенка там в машине нету. Да. Серьезно? Да. Ой, вибачте, я, мабуть, щось переплутав. Да. Счастливої дороги. До свидания. До свидания. А хтось хоче конфетку від Діда Мороза? Я! Ага! Кира! Кира! Я сколько раз говорила не брать конфетки у незнакомых дядей. Ну ладно, ладно, это же хороший дядя, он дядя-гаишник. Его можно, да. Спочатку розкажи віршик. Тупой гаишник на трассе стоит и за скоростью следит. Если б думал головой, а не задом, сделал это из засады. Це ж хто такий гарний віршик придумав? Папа. Кира. Ой, жалко ребеночка. Така гарна дівчинка, а папа в неї такий непрушний. Ну, що будемо робити? Слушайте, може, давайте на перший раз просто усне предупреждение, і можете пальчиком так. Ай-я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 й. Не, будемо платити штраф. 500 гривень. 500 гривень? Нічого собі. А, ні, погодьте. Ви будете вертатися цією ж дорогою? Ну, допустимо. Тоді повторне правопорушення, то вже 800 гривень. 800 гривень? Слушайте, давайте так. Я вам 200, і ви мене відпускаєте, а? Ну, що ви на дітях економити будете? Ну, ні. Так, послушайте, зачем вообще нужны эти автокресла? Ну, як то зачем? Щоб захистити дитину від, не дай Бог, ДТП. Да лучше б ви захищали нас от тех, хто эти ДТП устраивает. Да. От п'яних, багатих, наглих. Да. Защитим. Позднее. Наверное. А пока что официально разрешено штрафовать только бедных родителей. Прям как в школе. А, не говори. Читаем законы. Перевезення у транспортном средстве дитини ростом меньше 145 сантиметров або віком меньше за 12 років запрещено без спецсредств. О! А что такое спецсредства? А ну-ка глянем. Ага. Так, спецсредства – это у нас дубинка, наручники и слезоточивый газ. Видите, про кресло вообще ничего не сказано. Хорошо, предъявить, будь ласка, дубинку, слезоточивый газ. Дезик подойдет?
Не-а, не подойдет. Послушайте, вы что, вы так вот всех подряд прям штрафуете? Конечно, всех подряд без разбора. Ну да, конечно. Вот останавливаете вы машину прокурора, допустим. Угу. И смотрите, там ребенок без автокресла. И сразу начинаете штрафовать его, угу. Да? Не-не-не-не-не. Якщо дитина родилася в сім'ї прокурора, я за її життя вообще не переживаю. Там все будет пучком. Слушайте, ну серьезно, закон только вышел. Мы не успели купить это кресло. Да я все понимаю. Ну мы же украинцы, мы законопослушные граждане. И закон рівен для всех. Ось, мне думаете, легко. У меня напарник ростом 143 сантиметра. Оно сидит в машине в автокресле, пристегнутый. Да, что? Вы что? Можете подивитись, сидить там, дай-дай-дай-дай, дай-дай-дай-дай-дай-дай. Не дашь плачет, а дашь улыбается и какает. Да. Вы сейчас серьезно, что ли? Да, ну там у него проблема с головой, после того, как ГАИ расформировали. Он так в депрессию впал, жуть вообще. Он же, кроме своего дай-дай-дай-дай, ничего не умеет. Ага. Слава Богу, что полицию придумали. Ну что, что решать будем? Ну что, будем платить. Саша, о. Сапоги. Да я помню сапоги. Якщо не хочете платить штраф, ось, будь ласка, ознайомтесь с автокресла. Это стартап моей жены, интернет-магазин. У нас отличный ассортимент, будь ласка. Не, ну понятно. Слушайте, а вот что вы будете делать с маршрутками и автобусами, а? Це гарна ідея, дякую. Я про них і не подумав. Чувствую, у мене цей рік буде мегаприбильним. Ну що ви там вибрали? Послушайте, тут ціни в 3 рази дорожче, чем в інтернеті. Конечно, ну тут же з доставкою прямо на место нарушення. Послушайте. Давайте, наверное, оформлять протокол. К сожалению, протоколы закончились. Можно либо на месте, либо выбрать кресло с ассортимента. Ладно, хорошо. Вот, держите. Дякую. Все, мы можем ехать. Куда ехать? Мы так с вами гарно грались. Давайте еще пограемось. В смысле? С вас штраф 800 гривен за повторное правопорушение. Какое повторное нарушение? Ну то вы гроши дали за цю девчинку. Так. А теперь за цю. Нет, спасибо, конечно, за девчинку. Только вообще-то я его жена. Это моя жена. Ага, жена. Да. А спочатку и дитини в машине не было. Жена, да-да. Какая она вам девочка? Да. Какая? Ну, судячи из размеру груди, где-то 10-летняя. Что вы себе позволяете? Так, подождите, вы посмотрите на нее. Она вон волосы красит, чтобы седину как-то спрятать. У нее вон, смотрите, второй подбородок. А морщины видели вообще? Это же гусиные лапки. Да какие лапки? Саша. Это гусиные попки вообще. Кстати, про попку. Там же ж не попка. Там же ж уже... Покажи дяде попу. Саша! Ты вообще с ума сошел? Я спасаю 800 гривен. Так лучше заткнись. А, хорошо. Какая вам девчонка? Грубо и невоспитана. Знаете, кто я? Кирочка, скажи, кто я? Мама Вика. А? Хорошо. А кто я? Дед Мороз. О! Держи конфетку. А другая девочка, хочет конфетку? Да а? Поймите, я рожала. Ну и что, мы все игрались в дочки и матери, я тоже рожал. Я и сейчас двойню вынашиваю, и что? Хорошо, задайте мне просто вопрос, на который не знает ответ 12-летний ребенок. Да. Пожалуйста. Где находится коленвал у роторного двигателя? Ладно, Саша, заплати и поехали, фиг с ним, с сапогами. На будущее. У роторного двигателя нема коленвала. Я так и знала. Ну вот... Мама, а давай мы тебе на Новый год вместо сапогов подарим автокресло? Моя ты бусечка. Все, мы поехали. До свидания. Подождите. Якось неудобно получилось. Новый рік все ж таки. Ой. Может, напарнику что-то добавите? Что? Дай.
Підстегнувся! Опять! Ну дайте! Дайте, бо він буде плакати! Ладно. О, бачите, улыбається! О, господи! Ой-ой-ой. Поехали отсюда! Он в памперсе! Все, поехали, поехали! Ну-ну-ну, и шо, и шо, да. И шо? И прикинь, она на смарте пытается втиснуться. Так, я не поняла, чего у меня права забрали? Фамилия ваша? Эльвира Холодец. Так. Неплохие копыта, как для холодца. Холодец. А, ну так... Конечно. Превышение скорости, пересечение двойной сплошной. И вы врезались в пост ДПС? И шо? Так вот за это вас праве лишили. И шо за страна такая? Я вообще понять не могу. Шо у нас за это прав решают? Нормальная у нас страна. Правосторонняя. А вы ехали по встречке. И шо? Вы знаете, я просто так никогда ничего не делаю. Там, наверное, машин было меньше или ям. Можно подумать, так никогда не делали. Девушка, вы сбили сотрудника ГАИ? Да. Вообще-то их давно уже отменили. И тем более я подумала, что он картонный. И как вы вдруг поняли, что он не картонный? Я же, по-вашему, полная дура. Картонный, не тарабанят в лобовуху и не матерятся. Он меня еще дурой назвал, крашеной. Крашеной. Не, ну все же понятно. Вы же были в нетрезвом виде. И шо? Я все сделала, что мне сказали. Я в трубочку подула, по этой ровной линии прошлась. Правда, отказалась ехать в больницу. Прям на месте и пописала. Что вы сделали? Ну что, нужно было ехать в больницу писать. Я сказала, что у меня нет времени. Я сделала там прямо все на месте. Ой, короче, что было, то было. Короче, Эльвира, холодец. У вас есть только один способ получить эти права обратно. Я согласна. На что? Ну, на этот единственный способ вернуть права. Я, собственно, их так и получала. Девушка, вообще-то вам придется сдавать экзамен. Господи, то называйте это как хотите. Только знайте, что у меня есть не больше 15 минут. 7 и 8. Девушка, экзамен надо будет сдавать здесь, у нас. Да понятное дело, что не у меня, у меня муж дома. Девушка, экзамен надо будет сдавать в аудитории с остальными людьми. Да хоть на по... В смысле с людьми? Что, прям присел? Да. Ничего себе, права подорожали. Я за такое целую машину получила. Девушка, с вами в аудитории будет 15 человек. Сколько? Не, я, конечно, понимаю, что реформы и все такое, но 15 человек! За это доплатить придется. Добрый день! А, у вас очередь? Ну, я за вами пристроюсь. Что ты пристраиваешься? Пристраиватель он! Иди и там пристраивайся! Так успокойтесь! Что у вас? Это, права признать надо. Да, хорошо, проходите в аудиторию, я сейчас к вам подойду. Да, и я тоже сейчас подойду. Вы что, совсем срам потеряли? Вот правильно вас называет мой муж. Девушка, идите в аудиторию. Спасибо, я потом, если захочу, на Ютубе посмотрю. Девушка, если вы не пройдете тесты, права вам не вернут. Какие тесты? Там люди в аудитории проходят тесты. И в зависимости от результатов им либо выдают права, либо нет.
А, так надо ж было сразу так говорить. Господи, ой, тесты. А я ж подумала. Короче, и она на смарте несется, пытается втиснуться между двумя КАМАЗами. Здравствуйте, мальчик. Здравствуйте, дети мои. Что случилось у вас? Ой, машину на штрафстоянку забрали. Какая машинка у вас? Порш Панамера. GTS. А госномер какой? Angel 3. Ну, нас просто трое на приходе, чтобы корпоративный дух поддерживать. А, батюшка, а у вас же вроде Каен был. Красный. Ну. Господь с вами, что это был? Есть, он и Каен есть. И Мерседес есть. Я просто на Порше на службу как бы влетаю. Вот, вот это служба, не то что у нас. Батюшка Никодим! Не было такого, не было! Ну как же ж не было? Ведь было! Вы же мне машину освещали. Ох. Слушайте, а осветите права, а то эти ада забрали. Так отстаньте от него, он ничего не решает. Батюшка, проходите в аудиторию. До встречи! Что у вас с тестами? А, вот, я прошла. Значит, я должна жить в Париже, я топинамбур, и в прошлой жизни я была Хрущев. Девушка, тесты надо было сдавать на нашем компьютере. Так у вас там в компьютере нет ни Фейсбука, ни Инстаграма, одни какие-то дурацкие вопросы с машинками. И идите, иначе права не вернут. Господи, до чего довели страну? Взятки не берут, секс не нужен, сколор, блондинки вообще исчезнут. Короче, и она на этом смарте. Здравствуйте, здравствуйте! Не надо целоваться, не надо. Егор Григорьевич, тихо, спокойно. Что у вас случилось? Что? Что? А, вы ехали. Немножко, наверное, выпившие были, да? И... А, остановили вас. Старые? Ну, были бы старые, договорился бы. Так новые, не договоришься. А, вы пообщались с ними, пошумели. И права теперь у нас. А когда это случилось? Сегодня. И права вам тоже нужны сегодня. Вам ехать надо срочно. Но, к сожалению, ну не так все, просто не те времена уже. И даже за деньги. Кстати, чтобы вы знали, штрафы подорожали сами. Теперь это 10 тысяч. Ни хрена себе. Гривен. Видишь, кому-то... А кому-то два оклада. Ну. А следующий штраф уже будет 20 да? тысяч. А следующий 40. Не-не-не-не-не. И деньги наперед дать не получится. И годового абонемента, как раньше, нет. Что, что, куда вы лезете? Куда? Не-не-не-не, и корочка бесполезна. Ой, только не надо нас наказывать, пожалуйста. Ну мы-то тут при чем? Идите вот к начальству и там их наказывать. Да. Ой, я все написала. Ой, что ж вы там понаписывали? Холодец. То есть на вопрос, что вы должны предъявить инспектору, который вас остановил, вы написали «Сиськи!» Да. А что не так? Не документы. Потому что когда показываю документы, меня штрафуют. А когда их, то нет. А вот вопрос. Может ли водитель в данной ситуации повернуть налево? Да. А вы на рисунок смотрели? На какой? Ну вот, нарисован знак. Поворот налево запрещен. И шо? Шо, и шо? Вопрос звучит как?
может ли водитель повернуть налево? Да. В Киеве водители куда хотят, туда и поворачивают. Причем здесь какой-нибудь знак. Хорошо, что сиськи не написала. А нет, написала. Правило проезда равнозначного перекрестка. Да. Что вы тут понарисовывали? А, вы знаете, это очень сложный маневр. Значит, надо остановиться, так высунуться, притом придерживая педаль тормоза, открыть, показать девочек. И пока все смотрят, быстренько первой проехать. Я просто не знала, как это долго вот это вот описывать. Решила просто зарисовать. Так, холодец. Как вы хотите получить права, если вы элементарных правил не знаете? Показать. Так, Эльвира, идите отсюда, придете через год. И то, если экзамены выучите. Да что такое, мне что, целый год без прав ездить? Подожди, подожди, подожди. А дальше она все правильно написала, правильно, правильно. Я не понял, она что там кому-то сиськи показывала? Кому? Зачем смотрел, зачем смотрел, зачем смотрел? Да не, не мог, батюшка, он же правил не знает. Держите, написал. А, спасибо. Шо, малая, возьми телефон, вдруг опять права заберут. Спасибо, я подружкам его дам. А где права получать? В окошке. Спасибо. Дебилы мы с тобой, Петрович. Чё это? Походу, только мы сиськи не посмотрели. Дизель-шоу. 10, 9, 8, 7. Не 7, а 7. Так, всім-всім повідомляємо, ми даруємо незабутні новорічні настрій. Всім кажемо, приходьте 8, 9, 10 грудня на новорічні концерти у Києві. Три дні у грудні, три найкрутезних концерти Дизель-шоу. Зйомка народного новорічного Дизель-шоу. Разом створимо таку потрібну, таку необхідну і бажану атмосферу свята, віри та підтримки. Зустрінемо переможний новий рік у грудні! Всім зрозуміло? Всім! 8, 9, 10! Приходьте, буде весело. Ага. Купуйте квитки і приходьте на Дизель-шоу. Машина, машина. Кому машина? Ой. Вы знаете, смотрю на вас и понимаю, что очень не хотелось бы мне это сейчас говорить, но понимаю, что ради дела нужно. Поэтому доброго здоровечка вам. Ой, мое доброе здоровечко осталось еще в тех далеких временах, когда одесский черноморец не ходил, а еще бегал по полю. Слушайте, оставьте в покое этих несчастных, чтобы вы так выглядели, как вы сейчас прибедняетесь. Молодой человек, или мы говорим за дело, или... Не мешайте мне дышать свежей Одессой. Послушайте, как говорят одесские следователи, у меня этих дел полный шкафчик. Вы следователи? Побойтесь Бога. Нет, я здесь, чтобы, ну, купить вашу старую развалюху. Это у вас вряд ли получится, потому что моя старая развалюха так вкусно готовит рыбу фиш, что у вас вряд ли хватит на нее денег. Ну, вообще-то я за машину. А, так вы за этот раритет? Так он тоже не продается. Ну, интересно, как получается, раритет не продается. Зачем же вы дали объявление в газету о ее продаже? Может быть, я просто захотел похвастаться.
А, ну так и мне есть чем похвастаться. В этом кармашке большое количество денежных знаков. Ха, если мы вдвоем так хорошо умеем хвастаться, так я готов уступить вам этот шедевр заводского искусства. Я вас умоляю, если это шедевр, зачем вы его продаете? Мне просто нужны деньги. Слушайте, найдите в Одессе человека, которому они не нужны, и тогда можете не делать мне эту скромную скидку в 99%. Хорошо. Хорошо. Только потому, что я первый раз в жизни вас вижу, я делаю вам скидку. Отныне эта машина стоит 2500. Подождите, но в объявлении было написано 2. Кто сказал, что я буду скидывать в минус? Это небольшая надбавка за то, что вы уже немножечко много вопросов мне задали. Ну, чтобы вы знали, у меня этих вопросов как тюльки на привозе. И поэтому с этого момента я надеюсь, что это уже будет бесплатно. А где вы на привозе видели бесплатную тюльку? Покажите мне это место. Вот. Поэтому с этого места эти вопросы будут касаться только этой мощнейшей машины. Только не говорите мне, что эта развалюха настолько мощная, что мне даже не придется толкать ее в гору. Я вас умоляю, там под капотом такой табун лошадей, что вы заколебете считать эти головы лошадиные. Это я уже ржу вместе с этой одинокой кобылой из-под этого капота. Ой. Вы можете ржать сколько угодно, но когда на светлофоре загорается зеленый, все видят только тухис этой машины. Ой, послушайте, мне уже искренне жаль тех, кто видел весь этот процесс, и очень надеюсь, что они ослепли не полностью. Ну хорошо, скажите мне, что тормоза у нее надежные? Надежные, как тетя Фира после 45. Ни разу не ломалась и не отказывалась. А скажите, что масло у нее не капает? Ну, как сказал сосед тети Фиры, на удивление, еще ни разу не капнуло. А что у нее с комплектом зимней резины? Я вас умоляю, сколько в Одессе той зимы? Но вы знаете, с моим еврейским счастьем эта зима может оказаться очень долгой. Поэтому повторю вопрос, что с комплектом зимней резины? Здесь всесезонный комплект. Это как? Правые колеса летние, левые зимние. А запаска есть? А что такое? А домкрат есть? А зачем вам домкрат, если у вас нет запаса? Скажите, а свечи вы меняли? Молодой человек, мы с вами не так близко знакомы, чтобы разговаривать на такие интимные вещи. Мой геморрой – это моя проблема. Вообще-то я за мужчин. Хотя в данном случае слово «геморрой» идеально подходит к этой колымаге. О, как говорят продавцы вина на привозе, не судите по внешнему виду, пока не попробуете. Если вы же решили поговорить за это вино, то я скажу вам так. Можно один раз попробовать и тут же ослепнуть. Ослепнуть можно только от ее красоты. Эта машина такая же красивая, как Одесса. В нее можно влюбиться с первого взгляда. Да, главное грамотно управлять. Скажите, вы для себя берете? Ну, вообще-то я хочу купить машину для своей рыбоньки. В таком случае мое вам категорическое нет. Я стесняюсь спросить, почему? Да потому что она загадит эту машину, как загадили новые дома старую Одессу. Послушайте, вам-то какая уже будет разница? Это уже будет не ваша машина. Да, но все знают, что я сейчас эта машина. Еще они будут говорить, зачем он ее продал этому поцу. Ну, вы знаете, главное, чтобы они не говорили, как этот поц заработал на ней так много. Много у нее неоплаченных штрафов. Что, побойтесь Бога, я ездил так аккуратно, что полицейские плакали мне вслед. Ой, послушайте, не надо мне говорить за вашу аккуратность. Я вот даже отсюда вижу вот эту здоровенную царапину. Что это? Ой, молодой человек, Колизей
тоже немножечко, можно сказать, поцарапаны. Но это не мешает ему быть мировой достопримечательностью. Послушайте, если вы хотите знать мое мнение за Колизей, то он выглядит гораздо моложе, чем ваша развалюха. Так что по поводу царапин? Ой, как сказал Бродобрей Моня своему клиенту, что вы орете на всю молдаванку из-за одной царапины? Вот ваше ухо, идите уже. Послушайте, одна царапина? Да тут же даже слепому видно, что была серьезная авария. Скорее всего, это был КамАЗ. Вы бы видели, что стало с тем КамАЗом. Но... Но... Что вы ее мнете, как тот дедушка Яша перед молодой женой мнет свою престаревшую гордость? Ну, послушайте, ну тут же вот я потрогал, отсюда даже видно, что у меня полностью прогнившая крыша. Yes. Так я вам завидую. Скоро у вас будет не просто машина, а кабриолет. Кабриолет? Ну, тогда скажите, какая у него максимальная скорость? О, я вам скажу так. Если бы у Моисея в то время была вот эта машина, он бы не водил евреев 40 лет по этой к пустыне. Он бы довез их с ветерком максимум за 20. Вот. Понятно. Что скажите, что она снималась в кино? Между прочим, эта машина снималась в «Форсаже». Вы знаете, судя по тому, как она выглядит, она взорвалась в начале первой части. Ой, слушайте, ну вы же не слышали, как она звучит. Ну так давайте послушаем, заводите. Зачем? Она заводится со смартфона, как Тесла. Mm-hmm. Слушайте, да? Слышали? Звучит как песня. Вы эту песню делали ротом. И что? Я из-за какого-то шлемазла буду ее лишний раз включать? Ну хорошо, давайте тогда отвезем ее на СТО, и там ее посмотрят. Ой, как говорит тетя Сара, сначала женись, потом заглядывай под юг. Хорошо, хорошо. Тогда можно в ней хотя бы посидеть? Ну что, хотите своим вот этим огромным тохисом продавливать мои дермантиновые диваны? Послушайте, я не буду покупать эту машину, если я в ней не посижу. Давайте так. Я вам даю килограмм жареной барабульки, и вы не садитесь в машину. Послушайте, я единственный потенциальный клиент на покупку этого автомобиля. Жареную барабульку вы должны давать мне бесплатно. О, какой вы хитрец. Вы хотите и рыбку съесть, и в машину сесть? Послушайте, я хочу просто проехаться до этой машины. Все. Ладно, как сказал Моисей евреям, идите. Куда? Как это куда? На заправку, за топливом. Или вы думаете, что я буду продавать ее с полным баком? Ой, послушайте, я вас умоляю, только не нужно мне рассказывать, что вы толкали ее сюда, чтобы потом толкнуть мне. Я уверен, что в баке наверняка осталось пару капель бензина. Как говорят продавцы вина на лонжероне, пару капель на попробовать всегда найдется. Ну что, если вы такие не готовы инвестировать в бензин, в свою ласточку, хорошо, задавайте ваши вопросы. Вы знаете, я так думаю, что если бы она работала на моих вопросах, то это был бы первый вечный двигатель. Ну хорошо, скажите мне, что у нее пробег не скручен? Вы что? Я честный человек. Посмотрите в мои честные глаза. Вон, смотрите, смотрите пробег. Подождите, но он в минусе. Я просто чаще ездил сзади. Интересно, куда? Один раз в год в Умань. А назад? На эвакуатор. Ну хорошо, хорошо, тогда следующий вопрос. Скажите мне, что у этого драндулета с безопасностью? Презервативы в бардачке. Я имею в виду подушки. Ой, вы что, вы как тот старый еврей
в дешевом публичном доме? Зачем вам подушки? Вы что, сюда спать пришли? Послушайте, она хотя бы застрахована. Нет, но каждый раз ехаю в Умань, и я подвозил Ребе. Это уже неплохо. А что у нее с аптечкой? А что у вас со здоровьем? Или вы уже начали чувствовать, что скоро все? Так давайте ускоряться. Скорее заключим договор, пока не начала играть скрипочка и над вами не стал работать раввин. Давайте не будем с этим спешить. Лучше скажите мне, огнетушитель есть? Конечно, есть. А в огнетушителе что-то есть? А что, я внутрь заглядывал? А если он вдруг в нужный момент не сработает? Вы не волнуйтесь. А делайте, как тот старый еврей в первую брачную ночь с молодой женой. Просто верьте в чудо. О, я вас умоляю. Кто из вас продает эту машину? Молодой человек, какая разница, кто из нас ее продает? Самое главное, что вы ее не покупаете. Подождите, как не покупаю? Я вот по объявлению. О, по объявлению. Ну, тогда вам нужно в Кабмин. Там как раз таких и набирают. Ща, что вы своим грязным ротом лезете в мою чистую торговлю? Может быть, этот приличный молодой человек принес мне денег поприличнее вашего. Послушайте, тут же сразу видно невооруженным взглядом, что это не кошерный покупатель. И вы не получите удовольствия ни от продажи автомобиля, ни от поговорить. Что вам еще раз? Откуда вы знаете? Может быть, это родич одесского военкома, и у него доллары распирают карман. Молодой человек, я слушаю вас. Так вот, я вот это по объявлению. Вот это 2000, это в гривне? Мои вам извинения. Вы таки были правы. Молодой человек, там для вас мелкими буквочками написано. Идиотам и малоимущим не беспокоить. Особенно малоимущим идиотам. За 2000 гривен вы можете с ней разве что сфотографироваться. Причем рекомендую это сделать сейчас, потому что когда я ее куплю, это уже будет стоить 3000. Да, идите отсюда и не мешайте двум людям получать удовольствие. До свидания. До свидания, Боже. До свидания. Боже. О, видите? Что? Видите? Спрос растет. Еще немного, эта машина будет стоить 3000. Так что, может, я верну этого олигарха, и вы продолжите торговаться в гривне? Что вот такой резкий, как понос после... Фаршмака тети Доры. Задавайте ваши вопросы, вижу, вас уже распирает. Хорошо. Что вы скажете мне за климат-контроль? Есть ли в ней система кондиционирования? Есть система лучше. Система типа окно. Это как? Если холодно, так, закрываем окно, дует тепленьким атмотором. Угу. Если жарко, открываем окно. Дует в прохладный ветерочек. Да, рукой приходится работать. Зато какая экономия бензина. Понятно. А что вы продаете ее с магнитолой? Ну, если вы готовы доплатить еще $1000, я готов ездить рядом с вами и играть вам на скрипочке. Вы знаете, $1000 за такое удовольствие – это дорого. Подождите, мне еще нужно купить скрипку и оплатить уроки игры на инструменте. Ну, хорошо. А что вы скажете, багажник у него вместительный? О, как балкон в одесской однушке. Это как? В разгар сезона можно и двух туристов положить. Ну что ж, у меня вопросов, в принципе, больше нет. Остался только один. Скажите мне, только откровенно, вы точно ничего от меня не скрываете? Как говорит... Тетя Сара, какой смысл что-то уже скрывать, если сушишь свое нижнее белье в общем дворе? Ша! А дворники? Где дворники? Откуда я знаю? Идите в ЖЭК, спрашивайте за дворники.
Послушайте, что вы пытаетесь меня надурить, как одесские таксисты туристов на вокзале? Вы прекрасно поняли, за какие дворники я сказал. Зачем они вам? Они будут мелькать постоянно перед вами и раздражать, как та теща, которая приехала выпить чаю и уже не езжает третий год. Послушайте, а если вдруг немножечко будет сильный ливень? Я вас умоляю, или вы не видели Одессу в ливень? По этим рекам вместо дорог вам нужен пароход, а не машина. Молодой человек, я уже вижу, что вы таки готовы немножечко доплатить и ехать хвастаться этой ласточкой перед всей Одессой. Послушайте, мне кажется, что вы немножко ослепли на всю голову. Какое доплатить? Если вы хотите продать этот автомобиль так же сильно, как я хочу потратить свои деньги, то все, я пошел. Стойте! Что? Стойте! Что? Что вы... Что вы так спешите, как та одноразовая бабушка на красный свет? Как говорил Йося, который играл в преферанс и брал 9-ю взятку на мизере, хуже уже не будет. Пойду с козырей. Ой, я вас умоляю, откуда в этой развалюхе козыри? Ну. Так и сильно откройте ухи и слушайте. Это первая машина Жоры Делиева. Согласен. Вот, конечно, козырный, но у меня есть таки $2,500 козырей, чтобы его побить. В таком случае, как сказали вандалы, глядя еще на целую статую Венеры Милосской, ну что, по рукам? Как сказали евреи Моисею, наконец-то. Ой, вот, вот ваши ключи. О, благодарю. Спасибо. Угу. Алло, Жорочка, привет. Присядь, дорогой, потому что ты сейчас упадешь. Да, я нашел твою первую машину. И с удовольствием, да, сейчас ее к тебе пригоню, да, за $5,000. Все, выезжай. Ой, люди грабят, грабят. Вы видели этот... Пот зарезал меня без ножика. Ай, умираю, стой, стой. Куда, куда? Ай. Дизель-шоу. Все? Подождите, 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 подождите. А это 43-й маршрут, роддом-кладбище. Да, у нас в городе все так ездят. Так, все, поехали. Никто против радио не будет? Давай, грубай. И срочные новости. Правительство вводит новый налог. Теперь нужно платить не только взнос на дороги, но и на ямы. Чиновники понимают, что хороших дорог с каждым годом будет все меньше, а ям все больше. Охренеть. Так, за проезд передаем? В этом году рекордный дефицит бюджета, поэтому правительство решило штрафовать на 17 тысяч не только тех, кто без маски, но и тех, кто в маске. По подсчетам МВФ, таким образом правительство точно соберет необходимую сумму на погашение долга. Ничего себе. Так, маски все одели? А хотя сейчас пофиг, можете снимать. В Китае новая волна вируса. Теперь всему миру угрожает сирунавирус, вызывающий атипичную диарею. Представитель эпицентра и администрации президента лично вылетели в Китай, чтобы закупить защитные подгузники. И пока весь мир готовится к подгузочному режиму, маски снимать тоже не рекомендуется. Охренеть! Обложили со всех сторон. Ни чихнуть, ни пернуть. Кстати, с 1 сентября радио тоже становится платным. Всем водителям маршруток необходимо установить декодер. Так, все, приехали. Конечная? Конечная. Как это конечная? Конечное же кладбище, а мы даже до поликлиники не доехали. Я задолбался так жить. Все, маршрутка захвачена. Вы все заложники.
кто не хочет быть заложником, можете выходить, никого не держу. Можете жить дальше, как жили до этого. Вот страна веселая. Каждый день что-то новенькое. Даже умирать не хочется. Простите, пожалуйста, а может кое-кто куда-то очень сильно спешит? Вы никуда не спешите? Я не спешу, мне еще 2 месяца. А вы? А я на заводе за 5000 в месяц работаю. Смену пропустить по форс-мажору – святое дело. А вы, бабушка? А я на кладбище еду. А на кладбище обычно не торопятся. Молодой человек, ну хоть вы куда-нибудь опаздываете? Чего? Я говорю, куда-нибудь спешите. Да не, мне просто покататься надо, пока попустите. Я просто очень сильно опаздываю в центр занятости. А тебе сколько лет? 35. Замужем? Нет. Дети есть? Нет. 35, не замужем, без работы, без детей. Садись, ты уже везде опоздала. Да. Так я не понял, что стоим? Маршрутку захватили. Инопланетяне? Я так и знал, что ты рептилоид, бабка. Сам ты рептилоид. Дебилует. Их водитель захватил. Водила нас захватил? Ну. Нам хана, он нас сейчас шансоном добьет. Хорошая трава у тебя. У ментов брал. Слушайте, у меня есть вопрос. А можно быть только с заложниками или за террористов тоже можно? Да, это по желанию. Так, ну-ка, шарик, перекатывайся. Тогда я за вас. А? Ну, какие у вас требования? Вообще-то я еще не придумал. А что тут думать? $1 000 000 и вертолет. Нахрена мне вертолет? Мне бы спринтер на 18 мест вместо этой колымаги. Тогда еще проще. Спринтер, $1 000 000 и баб. Баб? Только помоложе и без прицепа. Да нахрена нам баб? Нам бы министра МВД сюда. Вместо баб? Ну ты жесткий извращенец, конечно. Не, ну я его тоже недолюбливаю, конечно, но не до такой степени. Да нет, я имею в виду на переговоры. И еще бы сюда главного инженера Богдана и кого-нибудь из Украфтодора. Тоже на переговоры? Не, вот этих вместо баб. Слушайте, а может мы хотя бы беременную отпустим, а? Да, пожалуйста, я никого не держу. Ага, сейчас. Мне за ребенка сколько светит? 25 тысяч гривен. А тут $1 000 000 на 6, точнее на 7. Я в деле. Ага. Можете использовать меня как прикрытие. Ага. А ты сама-то что, белобрысая, не выходишь, а? Не боишься террористов? Я 12 лет проработала в школе. Я в этой жизни уже вообще ничего не боюсь. Так, ну, раз никто не выходит, давайте думать требования. У меня есть предложение. Слушаю. Давайте требования сразу к президенту. Да. Кто какие фильмы любит? Я Чапаев и пустота. Смешарики. Тупой, еще тупее. Папаньки 3. Мне вообще дальнобойщики нравятся. Ой, а можно поменять требования? Фильм «Я и Сашка». Что еще за фильм? Ну, это наш свадебный. Там такая драка была, настоящая бойня. Фильм «Земля не отдыхает». Значит, предлагаю. Предлагаю сообщить в полицию, что... Мы в захваченной маршрутке. Да, 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 да. Не возражайте, если я позвоню? Да, да, да. Понял. Алло, полиция? Мы в маршрутке 43. Маршрутка захвачена. Сколько нас? Сколько нас? 5, из них 2 льготников. 5, 2 льготники. Что? Что? Что сказали? Сказали очень смешную, трубку повесили. Так нашел, кому звонить. Эти полицейские только и могут, что пенсионеров раскручивать, да за маски штрафовать. Надо этим звонить, как бы блогерам, во. Ой, точно, слушайте, у меня как раз выпускник, блогер. Сейчас вот его номер. Передайте, пожалуйста, господину террористу. Здравствуйте, вы блогер?
Ага, а я водитель маршрутки, 43-й. Значит так, я тут захватил заложников. Что? В каком состоянии заложники? Ну, один убитый. Остальные ничего, бодрячком. Что? Оружие? Есть оружие у кого-то? Палка! Ну, скорее, психологическая. Хотя нет, подождите! У меня же стоит газовая установка украинского производителя. Может долбануть в любой момент. И, кстати, точно такие же стоят почти на всех маршрутках в Украине. Так что мы реально опасны. Так им и передайте. Слушайте, а если они штурм начнут? Да вы видели этот штурм в Луцке? БТР подогнали, петарду взорвали, еле с него слезли. Один руку сломал, другой ногу подвернул. Блин, да они же даже отвели террориста, чтобы он их не покалечил. База, внимание, мы на месте, захват террористов. Mm-hmm. Ты это в Киев доложил? Конечно. И что сказали? Ну, говорят, что в этот раз не они. А кто? Ладно. Так, внимание! Внимание! Террористы, сдавайтесь! БТР уже выехал! Не выехал. Он как в Луцке поломался, а так до сих пор там и стоит. Они ж хотят из него памятник сделать. Так, лейтенант, давай, соберись, это оцени обстановку. Понял, оцениваю. Так, значит, маршрутки 6 человек. Ага. Все без масок. Это где-то 102 тысячи гривен. Да нет, я тебе говорю, по сценарию, ты понимаешь, что делать? Сценарий нужен какой-то, что делать нам? Так нет сценария. Видимо, это секретная операция. О, слышь, блогер твой молодец прямо, смотри-ка. Во всех новостях полиция приехала, журналюги сейчас наедут. Говорят, сам губернатор приедет. Лучше бы пришел, ему полезно. Пешком. Так, внимание, внимание, террористы, какой террористической организации вы принадлежите? ИГИЛ, Талибан? Богдан! С 2003 года терроризируем пассажиров Украины. Давайте мы сопроводим ваш автобус в более безопасное место. Пока полный не наберется, никуда не поеду. Извините, ляпнул на автомате. Какие ваши требования? Какие требования? Мы требуем министра МВД нам сюда. Вы же понимаете, у него запланированы встречи, совещания. Ну, в Луцк же он приехал. Так в Луцк было запланировано. Так, внимание, дайте мне поговорить с кем-то из заложников. Пожалуйста. Как долго вас удерживают? 20 лет. Как на пенсию вышло, так и удерживаю. 12 лет, как устроилась на работу в школу. 3 года, как замуж вышла. С 8 утра до 6 вечера за 5000 в месяц. Час назад, как покурил, до сих пор удерживает. Понятно. Да, да, товарищ министр. Да, да, видим заложников. Бюджетники и наркоман. Я студент. А, все бюджетники. Ага, понял. Так, внимание, может быть, вам нужна какая-то помощь? Говорите, мы поможем. Мне нужно оформить субсидию. Поможешь? Бабуля, какая-то реалистичная просьба. Слушайте, а давайте их переедем, а? Ну, скажите, что в автобусе бомба. Они на землю лягут, и мы их как лежачих полицейских. Ляп-ляп. Ну, правда, может быть, вам что-то нужно? Вода, еда, сигареты. Ох, ничего себе! А что, можно, что ли, было? Да я готов каждый день маршрутки тогда захватывать. Давайте! Конечно, можно! Значит, смотрите, вода у нас по 30 гривен, сигареты по 50. А мне шоколадку, короче, минералку и зубочистку. Остальное у меня есть. Что, на хавчик пробило? Не слушайте его! Давайте $1 000 000 и вертолет. Да если у меня будет фольга, бутылка и зубочистка, мы без вертолета все улетим сейчас. Послушайте, если в транспорте есть дети, выпустите их! Я только через 2 месяца смогу. А, мы подождем.
А, нет, в смысле? Женщина, у вас требования какие-то есть? Ой, да, я хочу молоко и селедку. И мела, много-много мела. А, ну мел не проблема, я в школу схожу. Да, да, это... молока возьмем, ну там... Да, да, мы принесем! А не, я уже перехотела. Хорошо, тогда если у вас есть пожилые люди, отпустите пожилых людей. Ага, хренушки вам! Я только в заложниках почувствовал себя человеком. А бабушка, ну какие у вас требования? Я хочу, чтобы повысили пенсию хотя бы в два раза. Я же говорю вам, какие-то реалистичные. Ну, давайте переедем, ну, пожалуйста. Да, подождите вы. Так, внимание, террорист, сейчас к вам придет жена. Вот самое главное, убедитесь, чтобы он отпустил заложников. Давайте. Так, так. Катюха! Егор! Да? Если ты меня слышишь... Слышу, слышу. Если ты уже пошел на такой шаг... Ну? Попроси, пусть воду горячую дадут в нашем районе. И ямы во дворе заделают. Лифт починят. Извините. И лампочки в подъезде пусть крутят. Идите домой. Хорошо, Катюша, хорошо. Нет, 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 это все мелко. Тут что-то глобальное. Возможно, у нас это единственный шанс. Давайте, что-то самое главное. Нет, ну подождите, вы же террорист, вы нас захватили. Так вы выбирайте, считайте, что мы вас выбрали. Точно, вот. Ты президент маршрутки. Кто за? Единогласно. Все. Да, товарищ министр, нет, жена не помогла. Ведем переговоры, готовы к штурму. Что? А, понял, сейчас спрошу. Евреи в маршрутке есть? А где их нету? А где их нету? А, понял, штурмовать нельзя. Есть требования. Итак, мы требуем бесплатную медицину, образование, чтобы нас уважали и не вмешивались в нашу жизнь. Послушайте, это слишком серьезные требования. Мы не сможем их выполнить. Вообще-то это прописано в нашей Конституции. Да с такими требованиями их проще вообще в Канаду отправить, депортировать их. Да я вообще уже нахрен не понимаю, что происходит. Где сценарий? Что делать-то? Да нет никакого сценария. О, стоп, подожди. СМС-ка с главка пришла. На, читай. А, понял. Включите радио. Какую волну? Любую. Доброго дня, українці. Я рекомендую до перегляду наступні стрічки. Чапаєв і пустата. Єс! Тупий і ще тупіший. Красава! Смішарики. 13-та серія. Это мой. Папаньки 3 на каналі СТБ. Ого! А дальнобойщики? А дальнобойщики? Засранці. Это как вообще попало к президенту? Не благодарите. Я просто написала ему сообщение в Facebook. Да вы же сами были против этих требований. Тем более эти требования ерунда. Ну, знаете ли, если он сказал это, значит, он готов на все. Требуйте еще. Значит так, слушайте требования. Мы требуем собрать у чиновников все премии и отдать эти деньги на зарплаты рабочим. Да! На выплаты за детей. Да! Поднять зарплаты учителям. Благодарю! Поднять пенсии. Sei gesund! Ну и наркоту. По наркоте легалайз. Нет, реально бороться с наркотой, а не крышевать ее. Облом. Ну и полиции. Поднять зарплату, чтобы не набирали, кого попало по объявлению. Ты. Губернатор идет. Что, разорались, а? Не можете элементарные вопросы решить. Разогнать вас надо, как правильно. В Америке. Да. Ладно, смотрите и учитесь. К вам идет губернатор. Ой, извините. Внимание, снайперы на позиции. Назовите приоритетность цели. Губернатора валите, другой возможности не будет. Музыку. Значит так,
А ну это, быстро освобождайте из заложников. А то закроют чертовы бабушки все эти ваши автоперевозки, роддома, центры занятости, кладбище закрою, завод... А, завод я, кстати, утром закрыл. Так что давайте, прекращайте этот цирк. Мы не ведем переговоры с террористами. Чего? Мы не ведем переговоры с террористами! Подождите! Это мы не ведем переговоры с... Я реально уже не понимаю, кто, что, кто мы! Телевидение, местное телевидение. Евгений Валерьевич, здравствуйте. Да, что здесь происходит? Значит, террорист захватил маршрутку, но у меня все на личном контроле. Неадекватный водитель маршрутки захватил заложников. Что он требует? А что он требует, кстати? Да он там поднять зарплаты учителям, пенсионерам, ну, короче. Бред какой-то с ним. Местный герой, рискуя жизнью, стоит за права людей. А неадекваты вокруг не знают, что делать. Так, пропустите. Идем, идем. С какого канала? Я его тоже нахрен закрою. Журналисты с народом! Да! О! Спецназ приехал! Сейчас вас штурмовать насюда! Да, да, да. Вон они! Капец! Они только что свой БТР подорвали. Это... Спецназ тоже с народом! Да! Подождите, это что получается? Сейчас там безопаснее, чем здесь? Полиция с народом! Полиция с народом! Да! Конечно, не думал, что я когда-нибудь скажу эту фразу, но губернатор тоже с народом. Пошел вон! Вот, когда все действительно будут с народом, вот тогда и заживем по-людски. Дизель-шоу. 8-9 та 10 грудня новорічні концерти у Києві. Ми запланували на 8-9 та 10 грудня новорічні концерти «Дизель-шоу». Ми плануємо і мріємо. Ми готуємо нову програму, спеціальну новорічну прем'єру. Ми підготуємо усім українцям нове особливе «Дизель-шоу». Ми жартуємо, і це вибішує наших ворогів. А ми все одно плануємо 8, 9 та 10 грудня провести грандіозні концерти «Дизель-шоу». Ми разом зустрінемо переможний Новий рік. Ми та Збройні сили України. Бо лише за підтримки Збройних сил України ми мріємо, живемо і плануємо. 8, 9 та 10 грудня великі зимові та новорічні концерти на підтримку України та ЗСУ. До зустрічі! Побачимось! Купуйте квитки і приходьте на «Дизель-шоу». «Дизель-шоу». Блін! Ё-моё! Что там? Ты иди посмотри, что ты наделал! Блін! Катастрофа! Я боюсь смотреть! 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 Я не буду смотреть! Я не буду смотреть! Смотри! Бежим! Давай улетим туда, где нас никто не найдет! Ты будешь там охотиться и рыбачить, я буду готовить и убирать! Мы будем жить долго и счастливо! Мы будем здоровы и живы! Отпусти ты меня! Ты посмотри на номера! Нас по-любому найдут! Я боюсь смотреть, я боюсь смотреть, я боюсь смотреть! Какие страшные номера! 3-0! 3-0 это плохо! Ё-моё! Один! Это кто-то главный! Кто-то первый! Только не ВР! Только не ВР! Давай сбежим! Давай спрячемся в какой-нибудь жопе, где нету света, где нет электричества, не ходит транспорт! У тебя на даче! Спрячь меня у тебя на даче! Ты с ума сошел, что ли? Отпусти меня! Ты помнишь Валерку Тупого? Покойного? Это он всего лишь диск на Порше поцарапал! Его, кстати, у меня на даче и нашли. А давай скажем, чтоб просто ветром сдуло, а?
Антона Одноглазого помнишь? Да. Ты помнишь, где у него глаз? Неужели прямо туда натянули? А он всем ходил и рассказывал, что это ветром ему туда задуло. И подмаргивал так, подмаргивал. Хватит этих жестоких примеров, я и так в ужасе. Говори, что делать, что делать, что делать? Тихо, спокойно, не паникуй. Петрович говорил, если какая-то чрезвычайная ситуация, ему звонить. Алло, Петрович, здорово. Мы тут это, гелик уронили. Новый, 20-го года, на 22-х дисках. Хромированный. Хромированный, понял. Что сказал? Сказал сфоткать. Ага. Улыбнись. А меня зачем? Чтоб фотка хорошая на памятник была. Трындец, трындец, что делать, слушай, что делать? Слушай, ну, давай на тебя кредит возьмем, пока не поздно. Очень смешно. А я не шучу, сейчас реально, хоть маме поможешь, ну. Ты реально придумай что-нибудь. Блин, что ж придумать? Ё-моё, так, тихо, я уже придумал. Значит так, смотри. Кто там, кто там, кто и там? Главное, только не дергайся, хорошо? Кто там? Я не хочу умирать, это хозяин, просто я не хочу умирать. Просто не дергайся. Хочу умирать, заткнись, я не хочу умирать. Заткнись. Блин. Капец. Вот, вот он, это он ваш гелик уронил. Вот это он, вот это. Да не, это не моя машина. Просто ситуация, врагу не пожелаешь. Капец! Блин, Ромч, ты, извини меня. Ты нахрена меня нахреначил, а? Лучше я, чем он, правильно? Я поэтому среагировал так. Нахрена так сильно? Так, чтоб натуральнее было. Ты же видел, что он не похож на хозяина гелика. Ну... На таких тачках ездят лысые жлобы. Вы, уроды! Вы что наделали? Мою машину любимую я вас сейчас убивать буду! Это он ваш гелик уронил. АВР? Не, у меня КМ. Это не моя машина. Моя вон дальше стоит. Повезло вам, особенно тебе. Так бы я взял биту и вас бы нахреначил, рукожопы. Да хорош, хорош, это не его машина. А, ой, Рома, извини. Я просто чуть-чуть это, обделался. Офигеть, ты мне два зуба выбил. А нет, четыре. Блин, слышь, Рома, а ты слышал, что он про биту говорил? Что? Ничего, сейчас. Ты куда, стой! Сейчас, сейчас, Ром, сейчас. А вдруг он сейчас придет? Ром. А? Нафига тебе бита? Ну как, этот же хозяин гелика сказал, что битой нас убивать будет. Значит, и этот тоже битой дубасить будет. Может, не надо, а? Лучше я тебя любя, чем он тебя не любя. Хорошо, только ты в следующий раз точно убедись, что это хозяин машины. Хорошо. Перед тем, как... Козлы! Падлы! Скоты! Это он наш гелик уронил! В смысле? Ну, машина ваша. Я просто маску дома забыл, меня в магазин не пускают. Придется домой возвращаться. Скоты! Козлы! Без понтов! Ромчик, извини, ты ну честно... сволочь такая! Что? Я тебе сейчас... Ноги переломаю, если догоню, конечно. Ромчик, ты и не нервничай. Ты не и надо. Сюда. Тебе нельзя сейчас сволочь нервничать. Сволочь такая, я тебе же говорю, тихо. Аккуратненько давай. Ромчик, 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 Ромчик. Ромчик. Ты что? Что ты его лупишь? Наказываю его за то, что он вашу машину уронил. А, ну, по-перше, це не моя машина. А по-друге, я б оцих, оце бидло, яке отак паркується, цих оленів, я б сам я в їхні геліки отак от розтрощив, поняв? Хто? Чи ти один із них? Ні. Він що, їх захищає? Ну, ні, ви не правильно... мужики! Тут роботягу б'ють! Мужики, мужики! Давай! Рабочі, рабочі! Ай! 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 Ай!
Ну, дивись, будуть ображати. Ти нам дзвони. Ага, добре. Чуєш, я тебе знайду! На. Бувай. Капець. Рома, я з переляку українську мову вивчив. Просто добей мене і все. Ромчик, ну що ж ти дурак такой, а? Хороший же план був ізначально. Зачем? Зачем ти мене... Блін, ви що зробили? Ви що мою машинку уронили? Это что, ваша машина? О, Боже! Нет, на самом деле она мне уже не нравилась. Так что спасибо вам, мальчики. Я пойду в Бусю попрошу, чтобы новенькую такую же купил, только розовую. Спасибо, ребят. Ах ты, сука! Иди сюда! Ромчик! Я сказал, сюда иди! Все будет хорошо! Хренов! Иди я тебя на дачу отнесу, Ромчик! Дизель-шоу. Яна, ну вот как так можно было? Ну как можно было столько штрафов получить за превышение скорости? Я же тебе рассказывал, что по всему городу стоят камеры. Саша, так там вот, вот это штрафы, это не только за превышение. Вот там есть и за ДТП, и за неправильную парковку, и за езду по клумбам. Да. Ты что, по клумбам ездила? Ну а как я могла на такой скорости остановиться перед этим кружком? Капец, и все это в один день. Блин, Яна, ты куда спешила вообще? Саш, ну я просто узнала, что в одном магазине женского белья такая акция есть классная. Короче, там покупаешь 3 позиции, и тебе дарят сертификат на 1000 гривен. Прикинь? Вот, сертификаты. Тут 5000. Саша, это штрафы. Ну, в общем, сертификат я так и не получила. Ну... Просто я ехала туда, и потом такая вспомнила, что я не взяла кошелек. Так что вот это я еду туда. Вот это я еду обратно за кошельком. А вот это я еду обратно туда. А это я ехала назад, чтобы показаться тебе в белье. А, я вижу. Езда задом по встречке. Отлично. Блин, и тут обед, да что ж такое-то, а? Саш, ну поехали тогда в другой банк. Не-не-не-не-не-не, Ян, мы никуда не поедем. Ты хочешь еще столько же штрафов наловить? Нет, я вообще у тебя машину забираю и покупаю тебе велосипед, во! Саша, на велосипеде небезопасно ездить. Может, машина сбить. Да ты-то откуда знаешь? Ну, там... Извините, здесь можно штраф за превышение скорости оплатить. Подождите, вы же велосипедист, вы с какой скоростью вообще ехали? Я ехал с нормальной скоростью по тротуару. И тут какая-то блондинка сбивает меня, представляете? И вот я пока летел, меня камера и зафиксировала. Вот, 73 километра в час. Не могла эта курица сбить меня на 3 километра медленнее. Как он меня назвал? Почему курица? Работу потерял, клиенты обиделись. А, вы это, доставщик? Пицца, суши, да? Нет, я свадебный оператор. А, и много сейчас свадебные операторы зарабатывают? Вот эти операторы гораздо больше зарабатывают. Ну да, согласен. А вы кем работаете? Я меценат. Помогаю МВД, спа-салонам, магазинам нижнего белья. Ого, а жена, наверное, ваша не работает. Как не работает? Работает. Она у меня водитель, профессионал. Да. Ух ты! Я мою боюсь пускать за руль. А между прочим, очень зря. По статистике, женщины намного аккуратнее ездят, чем мужчины. Ага. Вот она, статистика. Вот она вся. Это столько штрафов у нее? Да нет, вы что? Это фотосессия. Она, значит, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда мимо камеры моталась.
Ждала, пока фотка получится хорошая. Так получилось. Там же знаки стоят, предупредительные, что скоро камера. Какие знаки? Ну, на синем фоне старинный такой фотоаппарат. А, это фотоаппарат? Ну да, ты скворечник. Не, ну я так думала, что скворечник. Вы хоть думали, а та курица даже не подумала остановиться, извиниться. Может, просто мозгов не хватило? Да я просто опаздывала. Что? Я предполагаю, что та тупая курица просто очень сильно опаздывала в один магазин нижнего женского белья. Кстати, очень хорошего. От лукавого эти все штрафы, от лукавого. Кто последний? Батюшка, вы что, тоже скоростной режим нарушаете? Сын мой, у меня Bentley Continental Super Sports GT. Под капотом V12 битурбо. Мне сам Бог велел. Ох, от лукавого это все. Хоть бери и добавляй еще одну заповедь в Библию. Какую? Не гони. Ну, нету еще по-божески. Всего 5 штрафов. А вот Пантелеймон, вот попал так попал. Смотался из Киева на Ибицу. В Испанию? В Одессу. Прошвырнулся один. Там штрафов столько, что пришлось приход заложить в ломбард. Ох, от лукавого это все. Вот раньше-то как было. Едешь, останавливает тебя гаишник. Ты исповедовал его душу заблудшую. Грехи отпустил, и он тебя отпустил. А сейчас эти око Люцифера на каждом перекрестке. Ой. Да, это Никодим. Да, помню, светил ваш автомобиль вчера. Сгорела машина? Ну вы же выбрались. Ну вот, не благодарите. Бог подаст. Так, эту сим-карту мы выбрасываем. Так. Бачка, а я слышал, что сейчас специальная такая пленка на номера клеится, и все, камера номера не фиксирует. Да клеил я это все, что? Глупость. Разводняк. У меня Bentley Continental Super Sports GT, она одна в городе такая. Слушай, Саш, тогда мне тоже такой надо купить. Ты с ума сошла? Она 1200 стоит. 280 евро. А, не, я про защитную пленку. А, в твоем случае, Яночка, защитная пленка — это скотч. Чтоб рот тебе заклеить, руки тебе замотать и ноги, чтобы ты близко к машине даже не подходила. А скажите, а вы не в курсе, может, у них абонемент какой-то имеется, ну, как в фитнес-клуб, ну, чтобы не ездить к ним постоянно, а то я пока сюда ехал один штраф оплачивать, еще 4 хватанул. Вот такой вот абонемент и мне надо купить, только чтобы еще с бассейном было. Ну да, наша машина еще только в бассейне не бывала. Скажите, а вы сами что, не водите? Да, конечно, вожу. Я профессионал. 25 лет за рулем. Ну, так... сейчас временно, пока без прав. А что там? Да там вообще мелочь такая, ну просто капец. Ну, проехал на красный. Через двойную сплошную. Бабка эта еще так медленно шла, ну просто капец какой-то. Переход этот вообще непонятный. Отпустили бы, честно. Если бы не этот мент на капоте. Алло? Да, это Никодим. Господи, это же новая сим-карта. Да-да. Что? Порчу наслать? Да вы вообще понимаете, куда вы звоните? Я этим не занимаюсь. Уже год как. А на МВД порчу? Это можно. Это можно. Сейчас я вас запишу. Вы в очереди будете 666-й. Ой, ну надо же, как у меня номера на машине. До свидания. Ой-ой-ой-ой. Извините, а вы меня не пропустите? Мне будет только один штрафик заплатить. Вот, Яночка, один штрафик. Учись. Один штрафик всего.
Да ты, матушка святая, ты сюда по воде шла? А там за неправильную парковку. О-о-о, не женщина, мечта. А скажите, а сколько у вас там за эту неправильную парковку? 100 000. Это куда же ты так припарковалась, дочь моя? В кортеж президента и припарковалась. Ой, ну не расстраивайся. На твоем месте мог быть любой из нас. Кортеж-то не маленький. И главное, ни одного велосипеда. Я-то не против пропустить, но там в окошке никого пока. А, ну тогда я буду за вами, а пока быстренько в больничку к мужу сбегу, а то он с ума сошел, когда про штраф узнал. Ой, бог помощь, бог помощь. День добрый. Здравствуйте. А вы все по старинке, да, очереди стоите в кассу, чтобы штрафы оплатить? Я вот, между прочим, скачал себе приложение, привязал кредитную карту. Как только штраф приходит, у меня сразу со счета деньги и списывается прям плин-плин-плин-плин. Если вы такой умный, так что же вы пришли в банк оплачивать-то? А я не штраф пришел оплачивать, я за кредитом пришел. За 2 дня минус 50 000 наплинкало. Кто крайний в кассу? Дедулечка, если вам коммуналочку оплатить, то можете без очереди идти, в принципе. Да нет, мне не коммуналку. Мне штраф за превышение оплатить надо. У меня Таврия до 220 разогналась. Господи, это ж как эту адскую колесницу до 220? Сам не знаю. Меня просто один придурок на тросе тянул. Забыл, наверное. Ладно, этого дурака фоткали. Я при чем тут? За мной будете, дедушка. А фиг тебе, придурка кусок. Я за тобой уже был на тросе. Ну, может, я просто денег дам и все? И денег дашь. Мне еще салон чистить. А вам, кстати, привет. Мне? От Архангела Михаила. А где вы с ним, так сказать, пересекались? Когда стрелка за 200 перевалила, он ко мне на пассажирское подсел. И говорит: не боись, Петрович, сегодня не твой день. Мы просто еще раз решили убедиться, что мы правильно делаем, что всех инженеров Таврии в ад отправляем. Ой, правильно, так ему и передайте. Да как я ему передам теперь? Да я вас обратно тащить буду, там и... Иди ты! А! Где это все оплачивать, а? Ого! Это у вас, наверное, тоже суперкар. Дайте угадаю, Мазерати Кватропорте? Не. Порше Панамера GTS Turbo? Нет. Ламборгини Диабло? Богдан Диабло. Маршрутка. Нам же теперь стоячих брать нельзя. Приходится ездить 3 раза быстрее. Но я им, гадам, отомщу. Я им все штрафы по копейке мелочью оплачу, пришел. Вот на. Здравия желаю, кто крайний. Тебя, что ли, тоже штрафанули? Дожились? А я думал, у вас индульгенция, как у нас в налоговой. А нет, тут у меня такая ситуация приключилась. Ну, у меня же был свой бизнес маленький, ну, вы знаете, в курсе, вот. Да. А тут эти камеры на дорогах поставили, и все, весь бизнес по перилам вниз, так сказать, покатился, правильно? Думаю, ну, что делать? Только прям 3 раза подумал. Думаю, возьму пистолет и шмальну в эту камеру, а? Надо же было 4-й раз подумать и сзади в нее стрелять. Я прям перед ней стал такой, мимо, осечка, попал. Ой, так попал. Ой, 30 фотографий мне моих показали, где я вот так с пистолетом стою. Ой. Вот пришел оплатить штраф за порчу государственного имущества. Ой. Вот так вот оно надо делать. Вот оно что, как вы, вот так вот. Вот оно вы что. Чего делаете? А?
Да, если честно, я до сих пор думаю, что вот вся эта история с камерами — это сон. Сон какой-то. А, там просыпайся, давай, просыпайся. Да подождите вы. Не думал, конечно, что когда-нибудь вам такое скажу, но при вас было лучше. Спасибо. Вот у Янки у моей ни одного штрафа не было. Да, что и говорить, святые люди. Молитву прочитаешь, и отпустят тебя. Ну да, тебя останавливают, ты вот так у Сиси показала, и отпускают. Да, да, помню вас, помню. Да что там говорить, просто мимо вас 250 пролетаешь, вы пока колымагу свою заведете, ты все уже дома. Вам-то на Мерседесла хорошо, хабаря дали и отпустили. А нас на Тавриях и Жигулях эти козлы никогда не пропускали, всегда по полной штрафуют. Велосипеды вы вообще за транспорт не считали. Спасибо вам. Маску быстро надели! Вы что не слышали? Карантин! Социальная дистанция должна быть 1,5 метра! А если вот это все не будете слушать, то штраф 17 тысяч гривен! Вы как это вообще докажете, а? Так везде ж камеры! Правда! И вообще, можете расходиться, потому что у нас тут будет дезинфекция. Лида, наливай по 50 грамм санитайзера, а то бацильные пришли! О, блин, да что ты, ну куда? Дизель-шоу. 10, 9, 8, 7. Не 7, а 7. Так, всім-всім повідомляємо, ми даруємо незабутній новорічний настрій. Всім кажемо, приходьте 8, 9, 10 грудня на новорічні концерти у Києві. Три дні у грудні, три найкрутезних концерти дизель-шоу. Зйомка народного новорічного дизель-шоу. Разом створимо таку потрібну, таку необхідну і бажану атмосферу свята, віри та підтримки. Зустрінемо переможний новий рік у грудні! Всім зрозуміло? Всім! 8, 9, 10! Приходьте, буде весело. Ага. Купуйте квитки і приходьте на дизель-шоу. Ой-ой-ой, Ёшеньки, подруга! Ну ты попала, ну это минимум 3 штуки! Как ты это определила? Да элементарно, у меня сапоги в багажнике новые лежали! Коза! Сама коза! Что с машинами делать будем, а? Так, давай так. Кто нам эти машинки подарил, тот пускай разбирается. Алло, Буся, привет! Буся, представляешь, я хотела припудрить носик, и мне потом как кто-то ударил по попе? Нет, я не дома. Я в машине. Егорушка, а я тебя люблю. Нет, сегодня больше, чем позавчера. Да, как ты догадался? Блин, он меня убьет. Давай так, мы были в магазине, выходим, а тут такое. Нет, 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 тогда мой точно меня убьет, никаких магазинов. Давай так, мы не были в магазине, выходим, а тут такое. Наши идут. Здорово! Привет! Прикинь, 7-й раз за месяц, а? У меня уже 10-й. С юбилеем! Спасибо. Первый раз где был? Ну где?
В автосалоне. Стандартная ситуация. Второй раз знаешь где? Где? На выезде с автосалона. Вот прямо сейчас с тобой ноздря в ноздрю идем. Вот третий раз в жизни не догадаешься. СТО? Прикинь, нам даже золотую карточку как постоянным клиентам выдали. Такую? Вика, выходи, я тебя видел. Как символично, да? Что ты ехала оформлять страховку. Помолчи, я и так на взводе! Через 200 метров конечная точка. Чуть-чуть не доехала, да? Да заткнись ты! Что? Я ему! Буся, скажи, а правда хорошо, что у нас с тобой полная каска? У нас полная жопа, Яночка. Причем третий раз за этот месяц. Краска даже не успела высохнуть, ну! Бусечка, ты же меня не будешь ругать, а? Коснулся. Спасибо, Буся! Все, давай, я звоню в страховую. Ну? И как это произошло? Я не могла отключить будильник. Я не знаю, где он отключается! Какой еще будильник? Который вот так делает. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Буся, а помнишь, после последней аварии у нас багажник не открывался? Ну? Сейчас открывается! Класс, ты починила машину! Да, да. Ну? Кто в кого въехал-то? Я все помню. Кажется, по-моему, вначале я в нее, но потом, сразу, как только мы разъезжались, она в меня, потом опять я, потом снова она, два раза, она больше. Сядь в машину! Что я делаю не так? Я же ее покрестил. Машину осветил. Да я эту машину у батюшки покупал. Вообще в этом смысла никакого нет. Мы два раза свою светили. И что? Два раза в церкви ворота меняли. Яночка, солнышко, иди сюда. А ты помнишь, ты хотела колечко с бриллиантом? Да? Так вот оно. Где, Костя? Ну вот же, вот, смотри, вот оно. Эх. Теперь ты понимаешь, почему я ей машину купил? Здравствуйте, страховая. О. А это снова вы. До свидания. Егорушка, я не виновата. Я хотела поворачивать направо. Ну ты же ехала задом, ты же могла перепутать. Я что, по-твоему, дура? Не задавай мне риторических вопросов. Так вот. Я знаю, когда едешь назад, в какую сторону руль крутишь, в такой она поворачивается. Я поворачивала вправо! А где у нас право? Где браслетик, который я тебе подарила? Я его сняла, он к этому платью не подходи! Так, все. Все, давай ключи. Ключи! Ну что так сразу? Что так сразу? А давай это будет подарок на день рождения. На два. На три. С сорокалетием вас, женщина. Нет, ну я все равно не понимаю, ну как можно было так въехать, ну как? А, очень просто. Я хотела ехать прямо. Я нажала кнопочку, по-моему, вот эту, потом опустила рычажок и покатилась обратно. Вот ты никогда меня не понимал. Здравия желаю! О, наконец-то! Наконец-то! Необычная ситуация, правда? Почему? По-моему, очень необычная, все понятно. Кто-то хотел ехать вперед, нажал кнопочку, наверное, вот эту, опустил рычажок и покатился назад. Видишь? Вы такой умный! Да, мы просто так три машины разбили, да? Ну, может, вы выясните, кто прав, кто виноват? Да, надо для начала тормозной путь померить. Да что там мерить, пишите. У моей тормозной путь 29 лет. Буся, мне всегда 18. Пишите 18. Нас вообще в академии учили, тот, кто сзади въехал, тот виноват. Ну?
Получается, что в этой ситуации никто не виноват. Ура! Как хорошо, когда все хорошо кончается! А можно с вами сфотографироваться? Конечно. Слышь, может, попросим их права у них забрать, а? Да сейчас. Кто меня пьяного домой возить будет? Я когда пьяный вдрызг даже, я все равно боюсь с ней ездить. Буся, он такой... Нет, нет, Яна, он с нами жить не будет. Слушай, а давай на выходных вдвоем мотнем на рыбалку, а? Нет, 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 я хотел бы хоть одни выходные провести без вашей семейки, ладно? Без обид. Буся, мы тут с Викусиком решили, что завтра мы берем ваши машинки и едем в Бутик Плаза. На праздничный шопинг. Метро. Метро. На автобусе поедем. Пешком пойдешь. Пешком пойдешь. Я не хочу. Не надо. Алло, Василий Ярославович, ну все, машину получил, зарегистрировал, сейчас застрахую, и можно выезжать. Я, конечно, понимаю, что машина очень дорогая, если что-то случится, буду работать на вас всю жизнь, понимаю, но я ведь профессионал, буду ехать медленно и осторожно. Ну все, на связи. Так. Осторожно! Черт! Надеюсь, это по меньшей мере Мазерати или Бентли. Я Аббас, Аббас, Аббас. Странно, что только это. Об асфальт ударился. Представляете, тормоза отказали. Хорошо, что машинка эта была, помогла мне остановиться. Опять ты? А... Да за что мне все это? В смысле? Это все не вам. Это другим людям еда. Ну ладно, в качестве компенсации дам вам пирожок. Пирожок? Ты нахрена меня врезался? Не мог объехать, что ли? Да я хотел дедушку объехать. Да лучше б ты его сбил, этого деда! Так а он меня и сбил! Гад ты такой! Педаль тебе в зад! Цепь тебе на воротник! Звоночек тебе в позвоночник! Спицы тебе в поясницу! Понял? Гад такой, тормоза тебе в глаза! Ух ты, катафот тебе в рот! Ух ты! Гад такой, а! Я даже боюсь смотреть, что у меня там. Да там есть, конечно, незначительные повреждения. Но, поверьте, велосипед гораздо больше пострадал. Твою мать, господи, что это? Что это, бампера нет практически? Ну что это такое? Ну как это? Я прошу прощения, вы еще долго будете с автомобилем разговаривать? Просто мне ехать надо, доставку развозить. Если опоздаю, будет штраф. Штраф? У тебя завтра похороны будут, понял? Похороны? Угу. Мы еще не принимали заказом на похороны. Сколько человек будет? Что кушать будете? Будет ли сам виновник? Слушай, ты придурок. Ты знаешь, сколько стоит эта машина? Это? Да. Ну, 1030. 1030? Вот эта вмятина стоит 30 тысяч. А машина стоит 300. 300 тысяч. Это новая, а ваша уже битая. Так. Что же мне с тобой делать? Бабки есть? Конечно. Сколько? Гривен 5. Что ты врешь? Вы же доставка, весь карантин работали. Что, не накопил, что ли? Да я в конце карантина только устроился. И если вот вторая волна будет... Я вам быстро отдам бабки. Сплюнь, придурок! Куда ты плюешь? Что же мне с тобой делать, господи? Что же мне, конечно, тебя наказать посильнее-то, а? Ну ладно, можете мне в приложение единицу поставить. Где вас только набирают? Служба доставки «Комета». У нас там много таких. Алло. Да, Василий Ярославович. Нет, еще не доехал. Тут у меня какой-то космонавт на комете въехал. Я?
Нет, я трезвый. Да я сам во всем разберусь, ну все, на связи. Что же мне с тобой делать-то, а? Ну, можете в полицию меня сдать. Нет, так легко ты от меня не отделаешься. Паспорт с тобой? Да. Сейчас поедем в банк, будем на тебя кредит брать. А это вряд ли у вас получится. Что? Я в банке в черном списке. А, да, я взял уже один кредит и не расплатился. Что за кредит? Квартира, дом? Велосипед. Да, понимаете, ну, вот вы так переживаете, а Великс, смотрите, как пострадал вот. Поганец. С какой же ты скоростью ехала, что у тебя аж седло оторвало, а? Не, это у меня украли давно, я уже месяца два так езжу. Тебя судьба еще до меня наказала, выходит. Слушайте, я придумал. А давайте я вам буду еду бесплатно привозить. Ну, за саму еду вы, конечно, будете платить, а доставочка бесплатно. Так я вам долг и отоблю. Лет 300 будешь возить? Ну, если с чаевыми, за 250 справимся. Но мне же для этого велик нужен. Одолжите мне на велосипед, а? Придурок! Черт! Почему ты мне его в третий раз подкидываешь? Ну вот вы зря так нервничаете. Во всем нужно искать позитив. Да что здесь позитивного? Ну разве что, чтобы подушка не выстрелила. Ну вот видите, уже что-то хорошее. Конечно. И позитивное. Вы давайте ищите тут что-то еще позитивное, а я пока пойду. Хорошо? Куда собрался? Фак! Подушка еще выстрелила! Вот видите, о плохом подумали сразу, что негатив. Я тебя здесь сейчас закопаю, понял? Так чего вы мне все время угрожаете? Я сейчас напишу в чат наших доставщиков, и ребята приедут и... Как, врежутся мне в задний бампер все на велосипедах, да? Сейчас. Дети воины света с оранжевыми рюкзаками. Дети бойцы со зрением плюс 4 на оба глаза. Давай, вызывай сюда эту банду просто-напросто ожирелых диванных войск. Посмотрим на них. Ну, где? Меня из чата удалили. Спасибо, спасибо вам за единицу. Я сейчас еще в должности понизят. Я столько к этой должности шел. В каком смысле? В прямом. Я раньше 2 месяца рюкзак пешком носил. Велик только выдали, тут ваша машина эта гребаная. Ничего, скоро будешь за границей. Правда, вы чего, да, меня за границу отправите работать? Ага, да, отправлю сейчас. А в какую страну? В разные. Тебя в разных мешках развезут. Алло? Клиника трансплантологии имени Пересадько слушает. Девушка, мне бы почку продать. Почка ваша? Нет, доброволец есть. Хорошо. Какое имя и фамилия пациента? Как тебя там? Артур Лажков. А, Артур Лажков, его все знают. Поняла. Ой, вы знаете, я смотрю по базе, у нас человеку с такой фамилией и именем уже 2 раза почку вырезали. А третий быть не может, так что извините. Я просто 2 раза в авариях уже участвовал. Так. Страховка у тебя есть? А, есть. Но Антамах на самый крайний случай. О, меня это как раз устраивает. Это как раз то, что надо. Это как раз сейчас. Давай, последнее желание. Я очень писать хочу. Можно я схожу, а? Куда собрался? Ты что, смотаться хочешь, что ли? Ну ладно, я тут аккуратненько на колесо тогда пописываю. Ты что, охренел, что ли? Мало того, что ты сделал, еще и обоссать машину хочешь? Подождите, у меня еще есть ценный шлем. Да ты что? Да, его можно это... Вот он... Забудь! Говори последние слова! Ага. Спасибо, что выбрали нашу доставку. Что это за хрень? Это последние слова, но в нас учат так. Спасибо, что выбрали нашу доставку. Господи, ну почему ты меня наказываешь? Почему ты мне его прислал? А, не, Господи не мог меня прислать. Я атеист. Так я даже и грех на душу не возьму. Отче наш, иже сей на небесах, да святится имя твое, да приидет.
Оля. Ты что, мне еще бак пробил, что ли? Это из меня вытекло. Ну все, сейчас я тебя обоссавшегося и уделаю. Подождите. О, полиция едет. Извините, а можно я не буду писать в протоколе, что я в вас врезался? Я еще за два приуса не рассчитался. Так, на некрологе напишешь, иди сюда. Извините, а у вас нет родственников в Крыжопле? Есть. У меня там тетушка двоюродная. Женька, Ложков! Артур! Троюродный брат! Слышь, Ложковы, в багажник оба валите быстро. Подарок вас подарю, Василий Ярославович. Не надо. Ой. Один из наших отозвался. Все, капец вам. Капец вам. Женя. Что стало? Женя, что такие, что проблемы? Вот, наехал. Василий Ярославович, вы что, в доставке работаете? А ты думаешь, як я на машину заробив? От так от на доставці весь карантин і пропрацював. А тепер ти будеш на мене все життя працювати. На! Добро пожаловать, колега! Дизель-шоу.